людей проблемы с дыханием, и они не могут связать сознание с телом. Почему проблемы с дыханием? Потому что стрессы, какие-то ситуации психоэмоциональные, страхи блокируют дыхание, и таким образом блокируют и тело, и сознание. Поэтому основное, с чего нужно начинать, это разблокировать дыхание. Дыхательная гимнастика является самым важным, это король. Если вы дышите, то вы все имеете. Дыхание – это как тренажер, который мы носим с собой, но не знаем, как им пользоваться. Потому что этой технике нужно обучать специально. Представьте, вы купили велосипед на плечо и пошли к другу. Потом от друга опять на плечо, опять пошли к другому другу. Вы таскаете за собой велосипед. Один из друзей говорит: слушай, можно ездить вот так вот. О, я шел полчаса, сейчас 5 минут. Вот велосипед – это тренажер, который внутри нас.